Всем привет! Да. Всем привет! С вами Никита, играет на том же самом канале. Вот мы всегда играли в игру Roblox, а сегодня мы зайдем в игру Roblox Studio. Кстати, советую скачать эту игру. Специальная такая игра, где можно просто-напросто взять и создать свою карту. Можно делать там стримы, приколы, что-то там, я не знаю. Ну, то, что вам нравится, там можно прыгать, бегать, плясать, танцевать и все такое. Вот, короче, Roblox Studio — это типа Роблокса. Ну, если кто уже знает. Так что можете просто его скачать и все. Его везде можно скачать, он безопасный. Безопасное приложение. Особенно, когда его скачиваешь с антивирусом, как я. Так что, игра полезная. Полезная игра. Итак, вот у нас загрузилась игра. Вот здесь вот много карт. Вот сколько их тут? 3, 6, 12... Чё так много? Вообще, чё так мало? То есть, я хотел сказать. И вот, смотрите, тут есть уже наполовину созданные карты, наполовину пустые. Вот есть вообще пустые, кому хочется. Вот, я, например, раньше выбирал такую. Тут замок есть. Вот. Давайте вот, ну, блин, вот. В замке давай. Вот в замке начнем. Я просто, вот, смотрите. Их вот, да. Так, подожди. Помните... Когда я снимал Roblox там, ну, где мне надо было домик покупать, на работу ходить, помните, вот, помните? Такой момент, когда у меня там была карта, но это не моя карта, конечно. Это карта другого человека, который я создал. Вот, пусть этот человек нам напишет на моем канале комментарии, как он это сделал. С какой помощью он это сделал. Вот, и когда вы вот открыли вот это вот, у вас выпадает вот такая вот схемка. То есть вы можете нажать сюда, чтобы сразу играть человечком. Вы можете просто вот так вот осмотреть местность. Вы можете вот лучника, рыцаря взять, вот лаву там, не знаю, арену поставить. Вот этого рыцаря взять, пушку тут. Ну, короче, все можно брать, все вот абсолютно. Ну, не точно. Не точно. Но тут можно написать в поисковике, только на английском. Печалька. Ну ладно, смотрите. Нажимаем play. Типа, я могу играть за человечка. Чтобы не было никаких проблем. Будем играть за человечка, да? Да-да. Вот так. Та-дам! Человечек. Как лунатик, я родился. Ладно, все, пойдем. Смотрите. Для начала нам надо осмотреть местность. Так, ну что-то местность пустая. Вот тут надо поставить охранника. Так. Охранник. Давай вот этого, что ли. Вот он. А можно его как-нибудь подвинуть? Чё ты прыгаешь? Эй. Эй-эй. Ой, его можно такими столкновениями подвинуть. А я не знал. Ну, вообще, я знал то, что в Роблоксе такая функция есть, но... Но, блин, ты посмотри на этого чудика. Что он делает? Чё... Зачем рыцарю вообще прыгать? Как ты будешь... Ну, вообще, если рыцарь сильно, он может прыгать, но... Блин, в такой броне, блин, как можно прыгать так? Да, блин, я через окно прыгнул. Вот сам создал карту и сам не могу ее пройти, блин. Так, вот сюда тебе, вот сюда, вот. Так, все, все. Вот теперь ты смотришься круто. Так, теперь пойдем вот сюда. Что у нас здесь? У нас здесь кузня, да? Вот, да, вот настоящая карта. Все, огонек мы сделали. Так, ты тут не прыгай. Стой на месте, охраняй, тебя для этого только поставили. Блин, все равно прыгай. Смотрите, какой у нас, блин,
такой специальный вход. Смотри! Ты только посмотри, что с твоим лицом, блин. Лиза там орала, три раза звонила, поэтому... Он что-то еще пробобнеть успел. Ребят, я пока что поставил на паузу, но... Ничего такого, но... Знаете, что случилось? Ну вот, в общем. Я просто взял и разрушил каким-то образом свою башенку. Я хотел просто вот того человечка взять и по-другому поставить. А такое ощущение, что я, блин, не знаю. Вот. Как бы это сказать? Я его не смог. Даже не разузнал, как это делается. Я просто вот поставил его, как он и стоял. И вот он так же и упал. Блин, ничего не понятно. Ну ладно, придется жить с дырой. А, кстати, я же могу их поменять, да? Вот так вот. Вот сюда вот. Вот. Тихо. Да тихо ты. Что ты со мной делаешь? А ну стоять. Блин, куда ты улетела? А, бежим, бежим, бежим. Фух. А, давайте лучше не будем за человечка играть. Давайте лучше это. За этого. За специального. В смысле? В смысле, все стоит на месте? Как так? Ты это видел? Все встало на свои места. Но, стой. Вот тут у нас есть типа вход. Но мы здесь можем еще кое-что поставить. Мы можем поставить вот это. И... В смысле? Стоп, так. Вот эти вот карты убирайтесь. Кыш, вон отсюда. Давай. Вперед. Короче, ребят, вы поняли, что такое Roblox Studio, что в нем вообще надо делать, как в нем все это сделать. Просто у меня сейчас зависло, и видео кончается. Так что всем, пожалуйста, поставьте лайки, напишите в комментариях. Кто еще не подписался, подпишитесь на канал. И, кстати, у вас есть еще время до моего турнира, до моего соревнования с другими ютуберами. Но это мы еще увидим. А пока что всем пока, всем спасибо за просмотр. Удачи!